Наша гостья команда «Динамо-Минск». Поле номер 7 левый. Номер 30-й Александр Бутович. Необходимо занять место согласно поверхности со своим игроком. Задание перемещение дальше в сторону метров футбольного поля в другой необычный час. Победу и ничего другого не видят. Хлебосолов, удар мимо. Ну вот первый удар за Гомель Дмитрия Хлебосолова. Получается, что 5 новичков. В основе Хлебосолов, забивать нужно Дмитрий. Бутер великолепно. Париж, может ли Матвенко обойти Сергея Полетевича? Не смог. Правил. Правый фланг. Минчан заактивничал. Там Веретилов входит в штрафную. Обыгрывает. Падает кто-то из футболистов Гомеля и Харкевич. Мяч переводит на угловой. Очень опасно. Штрафную, правда, там один Матвенко. Родик сейчас. О! Пробил! Правда, удар пришелся по центру. И Бутер. Вновь Гомель в атаке. Корницкий. Заброс. Там совсем один Геннадий Близнюк. Как же великолепно играет. На выходе Александр Гутер. Береда останавливает. Будет пенальти. Пенальти с рефери. Евгений Савастьяник. Малейший контакт, упал Эрнан Фигереда. Сейчас его благодарит за предоставленную возможность открыть счет капитан команды Олег Веретило. Неудачником в этом эпизоде стал, если не ошибаюсь, Алексей Гаврилович. Могу ошибаться. Фигереда 1-0. Фигереда. Здорово, Сычев. Как здорово заложил Веселинович этот мяч. Маскин пока Гомель в атаке. Посмотрим, чем закончится навес Антона Матвенко. Близнюк не смог дотянуться до мяча. И защитники опасный момент разрядили. Здорово, Фигереда разбросал всех в штрафной. Показалось не секунду, что не хватает взаимопонимания Егор Харкевич. Здорово, Матвенко. Антон, можно бить. Удар. По-моему, побежал праздновать Матвенко гол, но все-таки угловой. Мяч попал с внешней стороны. Отскочил. Лизнёк пропускает. Гаврилович. В падении Гутер. Переводит мяч. Сычев справа. Веретило. Думаю, отдаст. Дмитрий не отдал. Удар Хаткевич. Здорово. Срывает овации гомельской публики. Данилов еще раньше выздоровел, когда у Динамо там были огромные проблемы с заменой, с заполнением протокольных данных. Как Динамо, то кроме Веселиновича, конечно, запомнился Адамович, ну а Николич Близнюк! Гомель 1, Динамо 2, Геннадий Близнюк. 81-я минута матча. Есть еще время, чтобы провести второй гол и, дай бог, вырвать победу. Нельзя ошибаться. Матвеенко, Близнюк. Здорово, нашел он штрафной.
эстонского защитника Сидоренкова, но тот все-таки хотел скинуть партнеру, а не бил поворотом, хотя очень опасный момент. Шанс усилить игру. А пока Близнюк головой бил. Можно было оставить мяч на Антона Матвиенко, там он был совершенно один, но Геннадий решил взять. Вне сомнения, является скоростным игроком, но, может быть, в мгновение и успел бы подставить ногу. Вот это скажу я вам. Очень и очень спорное решение. Даже не то, что похоже на фол Эрнандо Фигейреда, но и на том же кусочке поля это нарушение. Потенциальное нарушение, которое не зафиксировано главным арбитром, произошло. Завалили Антона Матвиенко, и показалось, что здесь даже более убедительный фол был, нежели при первом. Первый такой фол, который привел к первому взятию. И Стасевич, Стасевич, игрок Минского Динамо, да еще и хромает. Желтую карточку получает Антон Матвиенко. Добавляет арбитр 5 минут. Вполне правильно, но не знаю, желтая за симуляцию, как же огромно, огромными шагами бежит Терентий Луцевич, я не знаю, не видел ни разу, как он бегает очень быстро, но Динамо, в общем, не получилось организовать быструю атаку и издали пробить тоже не получилось, а таким образом матч завершен.